Сегодня я купила у рыбаков вот эту замечательную рыбу. Это сид. Сид – рыба семейства лососевых, а поэтому она точно такая же, как лосось, полезная. Но в отличие от лосося, в разы дешевле. А еще у меня есть вот такой замечательный нож. Ему 100 лет в обед, но расставаться с ним я не планирую, потому что это самый замечательный нож для чистки рыбы, который встретился мне в моей жизни. Рыбаки у нас замечательные, они продают рыбу уже потрошенной, без жабр. Поэтому осталось только ее почистить. Этим ножом не только легко чистить рыбу, но и делать это аккуратно, потому что, как видите, ничего никуда не летит. Сейчас мы будем делать филе. Многие тоже не любят этого, но сложного ничего нет. Сначала мы обрезаем нижние плавники. После этого удаляем вот этот плавник, прорезая его на всю глубину. И после этого вытягиваем вот таким вот образом. И точно так же убираем этот плавник. Прорезаем его на всю глубину. И просто-напросто вытягивая целиком. После этого нужно прорезать вдоль хребта. До самого позвоночника. Постарайтесь этот позвоночник почувствовать, где он тут есть. Вот он появился. После этого надрезаем около головы, тоже до самого хребта. Срезаем хвостик до хребта и начинаем вот эту часть прорезать до конца, хвостовую часть прорезаем до конца. И как только у нас появились ребра, мы срезаем вместе с ребрами. Ну, если они отсоединяются вот таким вот образом, то тоже хорошо. После этого аккуратно ножом подрезаем ребрышки. Их вместе с хребтом можно пустить на бульон. Я не люблю. Если мне хочется, я, пожалуй, сварю бульон из целой рыбы. И вот это место, где у нас остался плавник, мы его подрезаем. Вот здесь есть мелкие кости. Их нужно поудалять вручную или пинцетом. Вторую сторону разделываем также по хребту. Отрезаем хвостик. Надо делать как можно ближе к хребту,
чтобы ценное, хорошее мясо не уходило в помойку. И как только дошли до ребер, срезаем вместе с ребрами. Со второй стороны снимать гораздо сложнее, чем с первой, потому что нет такой опоры, когда рыба целая. Ну и обязательно нужно зачистить все то, что остается. На гарнир к рыбе традиционно хорошо подать рис. Но так как сегодня я готовлю в традициях русской кухни, то, конечно же, к рыбе подается картофель отварной или пюре. Я решила немножко разнообразить меню, и поэтому сегодня у меня к рыбе картофель. Но не обычный наш русский, а сладкий картофель батат. Его вкус очень похож на вкус мороженого картофеля, так что можете поэкспериментировать и заменить. Отчасти он похож на вкус вареной моркови, но у моркови немножко другая консистенция. И вареный батат очень похож на тыкву. Если приготовить пюре из тыквы, то тоже будет очень похоже на пюре из батата. В последнее время я стала покупать это масло. Хотя на каждом масле написано, что оно только из сливок, но по вкусу, увы. Поэтому я остановилась на этом. Давайте посмотрим, как оно разрезается в мерзлом виде. Настоящее хорошее масло должно разламываться с ровным срезом. Знаю, то ли оно подтаяло уже, но оно не ломается, оно режется. Заправляем пюре. Нужно замариновать рыбу. Добавляем соль, мускатный орех, и черный перец. Оставляем буквально на 5 минут. После этого панируем в муке и жарим. Кладем рыбу кожей вниз на очень сильно разогретую сковороду. Соус нужно все время помешивать, потому что кипеть он не должен. Переливаем в форму. И
и отправляем ее в разогретую духовку на 5 минут при температуре 180-200 градусов.